В 2005 году, когда вся страна готовилась отпраздновать 60-летие победы в Великой Отечественной войне, впервые была проведена акция «Георгиевская лента». С тех пор черные и желто-оранжевые цвета легендарной ленты стали ярким символом воинской доблести и памяти о солдатах победы. Новый формат этого важного мероприятия в канун празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запущен из-за необходимости соблюдения карантина. Более 200 тысяч человек в России уже приняли участие в онлайн-акции «Георгиевская лента». Участники выкладывают на своих страницах в социальных сетях фотографии с ленточками. В преддверии 9 мая муниципалитеты нашего края получат 800 тысяч лент. С соблюдением всех санитарных мер предосторожности их будут раздавать в аптеках, магазинах. Для славянцев георгиевская лента символизирует нестареющий подвиг тех, кто спас всех нас от гитлеровского нашествия. Это память в первую очередь о погибших, которые защищали нас. У меня прадедушка, дедушка тоже воевали, то есть за нас стояли. Конечно, горжусь, и за них горжусь, и за всех, кто воевал за нас, отстаивал нашу честь, как говорится. Очень приятная эта ленточка. Так что, как, судите сами, с моих слов, приятно или нет это. Мне очень приятно. И я рад, что это, ну, правда, уже никого в живых нет, их все отошли в мир иной. Но все равно они все вернулись с войны. Победители вернулись из войны. Каждый желающий присоединиться к онлайн-акции сможет получить георгиевскую ленту в виде маски в социальной сети Instagram. Все участники смогут добровольно пожертвовать средства, которые будут направлены на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн. Чтобы принять участие в онлайн-акции, нужно подписаться на страницу, сфотографироваться с георгиевской лентой или использовать маску. Затем нужно опубликовать полученное фото у себя в социальных сетях с хэштегом «Георгиевская лента онлайн» и ссылкой на «Лента Кубани». Кампания проводится при поддержке администрации Краснодарского края и по инициативе региональных отделений общественных объединений «Молодая гвардия Единой России» и «Российский Красный Крест». Георгиевские ленточки – это символ уважения к ветеранам Великой Отечественной, дань памяти сложившим голову на поле боя, благодарность людям, которые все, что могли, отдали для фронта, для победы.